Ну, я очень рада, что у нас сегодня в нашем городе проводятся Дни русской культуры и русского языка. Мне это дорого, как учителю русского языка, потому что таких конкурсов, к сожалению, все меньше и меньше. И вначале казалось, что не будет интереса у наших детей, но тем не менее радостно, что сегодня 72 ученика пришли в молодежный центр, выполняли работу, которая пришла из Москвы, с удовольствием искали ошибки. Сейчас ребята слушают интересную лекцию о русском Калужине, чтобы они знали все-таки традиции и русской культуры, которая сегодня бережно сохраняется. А затем у нас веселая дегустация тех блюд, которые ребята, может быть, не знают, дома их не готовят. Ну, в частности, сегодня будет салат из репы. Я думаю, что и взрослые, и дети никогда не пробовали такого удивительного блюда. Будут печеные яблоки, блины, кисель, каша с грибами. Я думаю, что всем нам будет интересно посмотреть, как дети будут реагировать на то, что происходит. Ну и еще сегодня в течение дня был конкурс рисунков. Мы создали такой своеобразный монетный двор. Ребята рисовали обратную сторону монеты на тему дружественные города. То есть хоть на евро, хоть на рубль можно будет разместить этот рисунок. И сегодня у нас еще был спектакль по Гоголю и викторина в Налиновской школе. И так совпало, что, оказывается, в Налиновской школе тоже сейчас идет неделя русского языка. И поэтому, конечно, ребята с удовольствием участвовали в этих представлениях. Теперь будут еще песенный конкурс, будут раздаваться материалы о русской культуре, которые привезут из России. Мы будем смотреть вечерами русское кино. Я думаю, что это событие многим ребятам, кто отважился принять в нем участие, будет памятником.